Программу льготного автокредитования в Казахстане возобновят после того, как накопят средства из суммы погашаемых займов. Об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр на брифинге в правительстве. Напомню, программа, по которой казахстанцы могут приобрести авто под 4%, стартовала в стране в мае этого года. По данным Фонда развития промышленности, она рассчитана на 30 лет. Как мне докладывает холдинг «Байтерек», необходимо накопить определенные средства на револьверной основе, которые будут тут же выдаваться следующими траншами для последующего кредитования. 188 миллиардов тенге сейчас на револьверной основе находятся в данной системе. Поэтому эту работу они проводят.